поправки к Конституции Российской Федерации. Почему важна поправка о запрете чиновникам иметь двойное гражданство и счета за рубежом? Если человек находится на государственной службе, он должен заниматься процветанием своей страны, а не процветанием другого города или другого государства. Потому что не должно быть в высшей власти засланных казачков. На чиновника, который принимает важнейшие государственные решения и при этом имеет иностранный вид на жительство или счета за рубежом, можно легко повлиять извне. Настоящий государственный деятель должен быть патриотом по определению и связывать свои планы на жизнь только с Россией. Считаю, что чиновники должны работать на одну страну, а не на две разведки.